Ледовая переправа Лабытнанги-Салехард небезопасна для передвижения автомобилей. Буквально за вчерашний день уровень воды резко поднялся. Постановлением администрации города Лабытнанги движение автотранспорта по сезонной дороге было закрыто с 0 часов 5 мая. Сегодня на переправе работала наша съемочная группа. Сюжет Светланы Кель. Судя по скоплению машин, водители были в неведении о закрытии ледовой переправы, хотя официальная информация о запрете выезда на лед опубликована в СМИ еще вчера. Или же, полагаясь на авось пропустят, автомобилисты все-таки рискнули перебраться из Салехардского берега Аби на Лабытнанскую сторону и попали в заложники ситуации. Информацией не владели, машина находилась в Лабытнангах, вот сейчас перегоняю, хочу перегнать домой. Нас оттуда сюда пропустили же, а что обратно пускают? Ну а если не пустят, что делать будете? Квартиры будем снимать. Да. А в Лабытнанги ездили зачем? По делам, по работе? Вот посмотрите, товар у меня мороженое гружен, но я не могу в Салехард попасть. Ровно с полуночи 5 мая действует запрет на выход и выезд на ледовую дорогу абсолютно для всех видов транспорта, за исключением судов на воздушной подушке. Курсировать между двух берегов с интервалом 10-15 минут они начали с 7 часов утра. С лабытнанской стороны к борту судно и обратно пассажиров доставляет микроавтобус. Цены выросли немного. Сейчас проезд стоит 110 рублей. Осенью было 100 рублей, на 10 рублей подорожали. И багаж 55 рублей. Ходим с периодичностью. Ну, сейчас получается у нас по накоплению. А так, как обычно, все с 7 до 11. Несмотря на то, что северная погода не особо нас радует теплом, лед все же тает, а вода прибывает. Дорога становится небезопасной. Несмотря на официальный запрет, находятся и те водители, кто пытаются перебраться через переправу объездными путями, тем самым подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Только за час дежурства лабытнанскими спасателями было составлено 3 административных материала. Вообще запрещено для всех транспортных средств, в том числе для внедорожных транспортных средств. Или снегоболотоходов, как еще они называются, для всех транспортных средств, без исключения, кроме средств на воздушной подушке. Поясню почему, потому что средства на воздушной подушке конструктивно предназначены для движения по ледовой переправе. За последние 5 лет в итоге 21 происшествие на водных объектах произошло на территории округа. Погибло, 31 человек погиб, из них, из 31, 26 это были те случаи, когда люди использовали технику на льду. То есть это провалы под лед, это когда бураны уходят, когда машины уходят. И данная печальная статистика вот такова. Напомним, с 1 мая закрыты до следующего сезона все зимники Ямала. А это значит, дороги не обслуживаются и не содержатся. Проезд по ним может закончиться плачевно. Не стоит безрассудно рисковать на льду своей жизнью. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».